долгий век предстал пред Богом человек. И Бог внутри него сказал: «Прошу сначала в кинозал. Я знаю, любишь ты давно смотреть по телеку кино. Вся жизнь как лента кинопленки прошла от смерти до пеленки. Вся жизнь как лента кинопленки прошла от смерти до пеленки. И что же понял наш герой, кто за него стоял горой? Всю жизнь его не угадал, пока такого не видал. Заметил бедный человек, как русло параллельных рек. Свои боговые следы, чья жизнь, коль не была вели. Свои боговые следы, чья жизнь, коль не была вели. Несчастье же была видна, цепочка из следов одна. О, зритель этим возмутился, с укором к Богу обратился. Да разве милостив ты, Бог? Как можешь людям быть так строг? Ведь друг не бросит никогда, коль у приятеля беда. Ведь друг не бросит никогда, коль у приятеля беда. И тут повсюду вспыхнул свет, со всех сторон звучал ответ. Тяжелые твои года, не оставлял ты, брат, следа. Тебя приподнимал слегка и нес тихонько на руках. Тебя приподнимал слегка.